Сейчас к другим темам. Причиной давки во время хаджа в Мекке стало несоблюдение паломниками расписания религиозных ритуалов. Об этом, по крайней мере, заявили в МВД Саудовской Аравии. По последним данным, трагедия унесла жизни 719 человек, более 800 ранены, россиян среди погибших нет. Король Саудовской Аравии уже распорядился пересмотреть правила проведения паломничества. Независимо от результатов расследования, мы продолжим совершенствовать порядок и правила проведения хаджа. Мы уже дали распоряжение пересмотреть принимаемые сейчас меры безопасности и перераспределить обязанности.